У нас с вами есть замечательная традиция. В последние дни уходящего года подводить итоги и строить планы на будущее. Оглядываясь назад, приятно вспомнить самые важные моменты и еще раз стать участником событий, которые уже часть нашей с вами истории. Самое главное в жизни каждого из нас – это дети. И мы делаем все, чтобы их настоящее и будущее было светлым, комфортным и, конечно, высокотехнологичным. Чтобы детсадовские и школьные годы были по-настоящему яркими и запоминающимися. А гранит современной науки – интерактивным и обязательно подключался к интернету через Wi-Fi. Но чтобы наши дети были сильными не только интеллектуально, но и физически, мы укрепили спортивную базу, построили новые объекты. Провели крупнейшие, в том числе международные соревнования и сделали спорт доступным для всех. Развивать его в Анапе сам Бог велел, один из древнегреческих. Ведь ходит легенда, что именно анапчане придумали спорт еще во времена древней Гаргипии. Как известно, здоровый дух бывает только в здоровом теле. И если где-то за здоровье принято поднимать бокалы, то у нас принято поднимать инфраструктуру, причем не только в городе, но и на селе. Заботились мы о здоровье не только физическом, но также о духовном и ментальном. Поэтому весь год особое внимание уделяли эстетическому и нравственному воспитанию молодежи, создавая для этого необходимую среду. Так по кирпичику мы строим будущее, в котором нашим детям никто не сможет навязать чуждую нам культуру. В этом году мы вместе сделали Анапу еще краше и зеленее. У курорта стало больше парков и тенистых аллей, досуговых площадок и новых общественных пространств для тихого и активного отдыха. И к этому созидательному процессу практически каждый приложил руку, ну или лопату. И на всех этих территориях уже никогда не появятся многоэтажки. Потому что новый генплан, а вместе с ним и пакет градостроительных документов навсегда изменили подход к развитию курорта. Теперь Анапа будет развиваться только в социальном, курортном и сельскохозяйственном направлениях. И открытие новых объектов это подтверждает. Созданы комфортные и современные условия для рождения семей, оформления документов, лечения, оздоровления и даже покупок. А еще наш город стал самым безопасным в стране. Мы накрыли куполом безопасности все центральные территории и теперь спокойно отпускаем детей в школу и не переживаем за свое имущество.
Мы усилили материально-техническую базу правоохранителей и огнеборцев, чтобы наши люди всегда были под защитой. Все новинки этого сезона оценили более 4 миллионов туристов. Мы их встретили обновленными отелями, пляжами, курортной инфраструктурой, чтобы каждый наш гость отдохнул от городской суеты и почувствовал штиль жизни. И, конечно, дорогих гостей принято вкусно кормить и вином угощать. И здесь мы тоже преуспели. Открыли новые объекты, на славу потрудились в полях и получили высокое признание. Но все это было бы невозможно без нашего бюджета. А он в Анапе вновь рекордный — 10-миллиардный. Еще 2 года назад таких показателей планировали достичь за 5-летку, но смогли это сделать гораздо раньше. А еще этот год для всех был годом испытаний. Но это сделало нас только сильнее и сплоченнее. И Анапа, как всегда, протянула руку помощи тем, кто в ней особенно нуждается. 10 тысяч человек из новых регионов России встретили, разместили, согрели теплом и заботой. Потому что мы своих не бросаем. А делаем мы это еще и потому, что не можем иначе. Мы – наследники великой страны и великого города воинской славы. Мы гордимся своей историей и чтим память героических предков. Мы уважаем традиции и бережем культурное наследие нашей малой родины. Мы живем в мире и согласии, любви и уважении. Нам есть чем гордиться, провожая уходящий год. И есть к чему стремиться, встречая новый. Мы знаем, что все у нас получится. Известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь. И самое важное, мы встречаем его вместе, одной большой и дружной семьей, в самом прекрасном городе на Земле.